Еще раз всем привет, кого не видел. Добро пожаловать на стрим. Я решила поиграть в мои деньги в порте. Вот, поэтому сегодня мы будем в них играть. Как-то так. Удачного стрима, спасибо большое. Вот. Игра очень интересная. Те, кто был в прошлый раз, думаю, вам будет посмотреть и последить за этой игрой. Я, как всегда, включу чатик на телефоне и буду следить за тем, что вы пишете. Если я кого-то не увижу, вы извините, я постараюсь сразу всем ответить. Вот. Так, сейчас музычку я отключу на ютубе, у нас будет внутриигровая. Вот. Так. Где у нас тут игра, звук, музыка? Так, ну, вроде я все подрубила, все у нас работает, поэтому, наверное, можно приступать поиграть немножко. У меня было несколько заданий, которые я выполнила, но не смогла отнести их сдать, поэтому мы побегаем по городу, поищем тех, кому я должна была отдать их всякие штуки. Так, а что тут у меня в руках? Буду бегать с топором. Киса, привет. Мяу-мяу. Пойдем. Так, в принципе, я знаю, что тут можно найти много сундуков. Я выяснила этот классный факт. О, свинка. Привет. Прям. Поговорить. Извиняюсь, что не успела на радиобиот. Ничего, все нормально. Зато ты сейчас пришел на игровой стрим. Потопаем. Тун-тун-тун-тун. Я знаю, что можно, короче, по домам вот тут побегать и всякие приколюхи поискать. Во! Медная проволока. О, талисман какой-то. И так. Потерпим дальше, поищем сундуки. А кого нам надо найти? Спросите Петру, археолог. Где бы нам эту Петру найти? Так, Кэрол, Люси, Марс, Эмили, Гейл, Элис, Цива. Ну, отойдите. Так, мне еще надо к мебельщику. Ли, Нора... Так, а чё, а куда вы идете-то? Что-то все туда идут. Посмотрим, а тут у нас что? Так. Пойдем тогда пока к мебельщику. Я немножко представляю, где он, поэтому пойдем к нему. А спросить Петру, будем спрашивать ее, если я ее случайно хоть где-то увижу. Потому что пока я в прошлый раз эту Петру не нашла, ходила, искала. Ни в этот раз эту Петру я нигде не вижу. Ох, это Петра, неуловимая. Тун-тун-тун. Где-то тут вроде мебельщик, по-моему, чуть ниже. А Петру это все-таки... Ой, снова кица. Так, это Петра нет, это Марта. Так, а мебельщик-то где? Я думала, он где-то тут.
О, вот он, точно, мебельщик. Welcome, smallish builder. Myself, бла-бла-бла. So manly, going... Все, отлично. Что-то уже отдала. Так, археолог Петра. Где бы найти этого археолога Петра? Может быть, сходить на развалины? Может быть, она там будет? Так, ну вон у нас эти руины. Так, это кто? Это Арло. Нет, ты нам не нужен. Нам опять платить надо, что ли? Принять. Опять? Ужас, я опять деньги потратила. Ну хоть на нужное. Пойду копать. Итак, товарищ Кари, у нас японец. О, так, я японский-то не знаю. Так, сейчас посмотрим, как правильно поздороваться. Коннитива. Так, как бы правильно представиться? Я все забыла, все, что когда-то знала. Коннитива, ватаси но намое ва Хикари дес. Хадзумимасте, додзю, йоросику онегайшимас. О, что-то вспомнила из недр своей памяти. Так, как-то так. Так, я все равно не вижу тут. Сейчас, конечно, зайдем пос. Ой, я что, вышла, что ли? Гениус, зачем я вышла обратно? А, ну да, или Охайо. Ой, плюхнулись. Так, берем кирку и идем. Так, это что-то песок и почву одну собираем. Так, как-то там можно было что-то зажать и поискать какие-то фигни. Идь. Вот так. Блин, я забыла, на какую кнопку надо было нажать, чтобы тут найти всякие приколюшки. И нет, не то. Куда-то я нажала. Нет, стоп. Так. Я выкинула кирку. Где моя кирка? А чё, а куда? Верни. Как тебя? Там. Я забыла. О, вот она кирка. Так, хотела я посмотреть. А, кстати, о, вот она, Петра. Вот к ней мне надо было подойти. Так, окей, все, выходим отсюда. Сейчас чуть-чуть полазим, что-нибудь вытащим, если. Если ничего сейчас не вытащим, пойдем обратно искать Петру, короче. Застряла. Ладно, прорубим. Что-то везде песок. Я-то надеялась на какие-нибудь полезные ископаемые, а у меня что-то все один песок. Нет.
Кто-то застрял. Все, песок один набираю. Хотя песок тоже, в общем-то, нужен для... О-о-о-о-о. Вот, медная руда, это то, что я как раз хотела. Песок, в принципе, тоже нужен для, для изготовления всяких штук. Так что, в принципе, почему бы и нет. Но я хотела побольше медной... О, оловянная руда. У меня такой еще не было. А что за игра такая? Чем в ней надо заниматься? А, датчик артефактов на F. Вот он как. Значит, игра называется «Мои деньги в порте». В чем ее суть? Суть в том, что ты... являешься мастером по изготовлению всяких штук. Там как бы отец составил дом с... со всякими инструментами, и, в общем, мне нужно благодаря всяким разным станкам изготавливать всякие стулья, что-то там еще, вот, собственно, быть кладоискателем. Тут что-то столько всего попадало. Классно. Новый левел. В прошлый раз я нашла какую-то большую штуку, но мне не хватило энергии ее вытащить. Интересно, хватит ли сегодня мне ее вытащить? И вообще, найду ли я ее в этот раз? Потому что в тот раз я просто уснула на месте. И, к сожалению, я ее не нашла. Диск данных. О, это хорошо. Его можно будет потом кому-то отдать. Тунь, тунь. О, какая-то фигня. Маленький двигатель. О, это, кстати, вроде нужная штука. Так, что еще мы можем тут найти? Пока не уснули, не устали. О, вон еще что-то. Так, 4, 2. Я так понимаю, это все. Это я что-то какие-то странные линзы нашла. О, вон еще. Так, ну пойдем. Так, 141 энергия у меня. Так, это все почву я набираю. Ну вот просто под почвой я знаю, что в принципе вообще в принципе можно. О-о-о-о-о! Какая-то фигня торчит. Где-то. Там. Песок. Я только что видела какую-то табуретку. Я хочу табуретку себе в домой. Так, я что-то видела еще. Тут что-то было. Ничего, я прорублю себе путь. Тунь, тунь. Так, 9 метров осталось. Так, еще немножко. Что это такое? Линза. Ага, у меня уже вроде была линза. Так, вроде я ничего не вижу новенького. Так, ну, наверное, будем выходить. Так, а как-то так тут можно как-то выйти отсюда? А как? Я что-то забыла. В прошлый раз... Сейчас разберемся, короче. Персонаж? О, тут можно, я так понимаю, что-то добавить или нет? А, да, можно. Так, что-то можно прокачать. Бой. Ускоренная тренировка. Канори, добро пожаловать на стрим. Так, да, вы 5 очков.
Общение? Не, общение я не буду. Вот промысел. Это что такое? Удача на моей стороне. Думаю, можно взять. Вот. Думаю, это было бы неплохим дополнением. Карта. Вот, где мы находимся? Я так понимаю, вот это выход. Е переместиться к выходу. Отлично. Я уже запуталась, куда нам идти. Что-то не перемещаюсь. Так, персонаж, инвентарь, кирку обратно, я ее опять выкинула. Карта. Я не понимаю, я что-то не перемещаюсь. Я вроде нажимаю на Е и не перемещаюсь к выходу. Блин. Икари, кладоискатель потерялась. Нет, я не просто кладоискатель, я это... Даша-путешественница. Главное теперь путь обратно найти, потому что я потерялась. О. Так. Ей, я выбралась. И не пришлось использовать кнопку. Ну все, выход. Так. Так. Это был ящик, и то, что было внутри, ты забрала. Если надо выбросить, а ты не можешь, нажми М и нажми Е. Не закрывай карту. Ха. Ну я уже в итоге вышла, так что ладно. Так, ну, пойдем. А, нудь же. Ой, я же могу скоро отрубиться. Там вроде, если ты до 3 часов не подойдешь к... Ну, в свой дом не поспишь, то отрубит потом. И ты уснешь, где стоял, там будешь спать. Так, ну, еще у меня есть минутка. Я пособираюсь, что тут рядышком валяется. О, мне какое-то новое сообщение. Идите в исследовательский центр. Вот, надо будет туда тоже сходить. Ну, это завтра уже. 19 числа этого месяца отмечают День Яркого Солнца. Чтобы принять участие в празднике, пожалуйста, подготовьте подарок для жителей города и отдайте его мэру Гейлу до 18 числа. В день праздника мы спросим подарки с дирижабля. Заранее благодарим. Так, подарки подготовить. Надо подумать, что подготовить. Так, пойдем пока поспим. Нам нужно энергию восстановить. Так, спать. Это бесконечная игра. Ну, насколько я знаю, в ней есть задания, которые, в принципе, ты должен выполнять. И мне кажется, если ты выполнишь все задания, то, типа, игра закончится. Ты станешь самым лучшим этим изготовителем всяких деталей. Всяких плотником, короче, станешь самым лучшим плотником, и на этом игра закончится. Так, собрать. Так, еще мне нужно выкинуть в свой... Так, задание, окей. Мне нужно выкинуть сюда то, что я насобирала. Так, что мне еще сюда убрать? Медная проволока. Так, это пускай тут остается. И сейчас мы это уберем в сундук, чтобы оно нам не мешалось. Так. Диски пока все сюда. Потом... Что еще убрать? Вот это уберем тоже в сундук. Так, по максималу разгребу то, что мне, в общем, не нужно.
Так. У меня на фоне киса слышно. Так. Побежим. В общем, нам нужно в исследовательский центр, и там находится Петра. И я посмотрела, что можно отдать как подарок. О, Розочка, привет. Мяу-мяу. Бежим. Лиси бог, привет. Добро пожаловать на стрим. Я, кстати, шляпу-то прикупила. Сори, если уже надоелся вопрос. Да я бы с удовольствием. Да мне пока денег накопить. А потом хоть шляпа, хоть две, хоть три. Я вот сейчас чуть-чуть поднакоплю деньжат, а то у меня 16 монет. Я купила только что недельный пропуск в развалины, и у меня денег нету. Я только что 200 монет потратила на эти развалины. Так, мне нужна вообще-то карта. Где там карта? Мне бежать вот... вот сюда. Ага, я примерно поняла, как туда бежать. Это нам вот так. И вон туда вот. Hey, discovered something new? Yeah, I found these strange lenses in the ruin. Oh, this is pretty neat. They're glasses with a couple. What do we have here? Interesting. I'm going to take a look. Что у нас интересно? Я посмотрю их, приходи завтра. Окей, смотри. Так, мне нужно к Петре, ну постоять. What do we have here? You know what it is? You wanna know? These data disks are located all around the world. They hold lots of useful information on the old relics. Принеси их нам, и мы поможем тебе их изучить. The research effort will produce the diagrams that you need to build them. We're not miracle workers, so don't expect us to come up with things from scratch, but we do know a thing or two about how the components should fit together. Так, что у нас по чатику? Да, я про Hidden Time. Да, будем играть в Hidden Time, но не сегодня. Anyway, just remember that if you find this must be a piece of a relic. You can use our recovery machine in the research center to restore it. Так, окей. Будем ждать линзы. Возьмем сейчас какое-нибудь еще задание. И будем смотреть, что нам надо для того, чтобы сделать подъем моста и основу моста. Так, никакую еду мы больше не покупаем. Я уже с этим обшиблась. Еще раз поздороваемся с кисой. А, надо к мэру сходить, отдать ему подарок. Где он? Тут? Вот тут, по-моему. А, я же этот... А, нет, подарок тут. Так. Так, вот это значит мы сюда отдадим. А, нет, нет, я не хочу переименовывать. Я бы хотела отдать ему... Так. Блин. Может быть, мне надо принять было это задание, прежде чем бежать к мэру. Наверное, вначале я должна принять задание, а потом уже бежать ему отдавать подарочек. Тынь-тынь-тынь. Сейчас я еще раз его посмотрю в прочитанных. Мне кажется, я что-то не поняла. Так, детали прочитаны от мэрии. Принятое задание. Наверное, она все-таки не принята. Надо, наверное, подойти к стойке со всеми заданиями. Так. По-моему,
тут как раз на доске должны быть... А какой сегодня день? Понедельник. Окей. Поручение гильдии, поручение гильдии, поручение гильдии. О, это чувачок, которому я проиграла кучу раундов. Так, давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Блин. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Есть. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Yes. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну, блин. Раз, два, три. Yes. Я его победила. Ура. Хи-хи-хи. Так, пойдем разберемся еще раз, что там с этим. Посмотрим, что по мосту. Еще раз посмотрим насчет мэрии. Ой, нет, не хочу. Нет, до свидания. И посмотрим, что там все-таки насчет подарка. Потому что я подошла к мэру, а он только предлагает мне поменять название мастерской. Я не хочу менять название мастерской. Я хочу просто... Так, это новое письмо, что ли? Как вам уже известно, в городе сейчас нет парикмахерской. Санова так и не отправился, не оправился после того, как его дразнили из-за цветной слепоты во время соревнования парикмахеров. Я думаю, лучше врач время, но недавняя с ним беседа показала, что это далеко не так. А поскольку в городе больше нет других парикмахеров, я надеюсь, что кто-нибудь поможет Санве... Снова обрести уверенность. В такие времена мы должны помогать друг другу. И особенно я хочу, чтобы стрижку мне снова сделал Гаст. Вот, я типа... Подготовьте подарок для жителей и отдайте его мэру Гейлу до 18 числа. Окей, сегодня какое у нас число? Какое сегодня число? Понедельник. Первое. Или не первое? Первое вроде. Так я готова уже отдать. Ой, я не туда зашла. Да что ж такое-то? Нет, все, нам не сюда, нам обратно. Нам в мэрию. Подойди и выбери у мэрии в диалоге подарок. Он мне предлагает только... только сменить название у мастерской. Я сейчас подойду, покажу. Так, ну-ка, стоять. О, во, подарок, все, нашла. Спасибо за помощь. Ой, не, не то, вот он. Принять. Он просто когда сидел, то у него единственное, что он мог, типа, сделать, это поменять название в мастерской, и все. Найт, добро пожаловать на стрим. Так. Так, медная трубка. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот она. А, три штуки, три медных трубки нужно. А, я только одну изготовила. Так, создать... Блин, он только по одной создает. Ну ладно. А потом еще одну медную трубку мне нужно будет сделать. Так, а потом... Так, пока три медных трубки. Окей, будем тогда, пускай оно делается. А что тут у нас? Пока мы не можем особо ничего такого. Деревянное хранилище. Ну, если что-то вот у меня забьется, я новую еще одну создам. Так, у меня тут куча всяких разных точечек на карте. Вот я к кому-нибудь схожу. I know Gale means well, but I don't think anyone can help me. I just can't take up the scissors again, knowing I might bring misery to someone else. I just found out recently that I've been dying remnants and hair green this whole time.
I feel so bad. У тебя мало слитков медных, потому что Хикари, загрузи руду в печь и переплавь. Точно. Окей, я сейчас пойду обратно и сделаю это. Ой. Ой, птица, прости. Я что-то не подумала, что это надо, что и я не могу больше сделать из-за того, что у меня нет медной руды. Сейчас сделаем. Так, создать... Медный слиток. Пять. Ой, блин, я нажала отмена. Два, короче, чтобы 5 часов было. Принять. Все, я почему-то... Я подумала, что у меня медная руда есть, а вот медный слиток... О, готово. А вот медный слиток, типа... Ну, короче, я не подумала. Так, у меня пока 2 медные трубки нужны. 3, собственно. Угу, да, теперь-то я вижу, что я обшиблась. Их нужно 3 штуки. Окей, будем ждать тогда 5 часов, да, там получается. И вернемся. Что за милашка? Ой, я так рада, что тебе понравилась новая моделька. Я прям действительно рада. Так, сейчас поможем вот этому горе-парикмахеру. А где ты? Ну-ка. Ну-ка, вернулся. Я тебя видела. Может, мне зайти туда надо? Так, Соня. Джанго. Нет, это, по-моему, не то, что мне нужно было. Мне нужно было парикмахеру, или мне взять сейчас пару заданий, может быть. Альберт. Ладно, возьму одно задание и посмотрим, что там, как там. Так, вообще, что за задание предлагает? Мне нужно 4 бронзовых слитка. Пожалуйста, пожалуйста, принять. Мне нужно 3 талисмана. 5 дней. Да, пожалуйста. Больше не можете... Если я не могу больше принимать. Хочу принять. Так. Бронзовые слитки, окей. Ну теперь-то я хоть понимаю, что мне нужно делать. Так, я подумала, что можно сейчас будет побегать по домам, поискать еще разных сундуков. Так. Ой. По-моему, где-то тут еще сундуки точно были. Так. Что-то нету. Может, я тут уже их собрала? В прошлый раз. Бегаю по домам. Собственно. Хорошо, что тут хп не отнимается. Так, что тут еще есть? Так, сюда мы пока не можем пройти. Ой. О. Так, это у нас кто? Марс. Ну давай поболтаем. If you need tools or weapons, you can come to my shop. Now, you look like a nice kid, so I'm gonna give you these for free, as a leg up. Hmm. Welcome to our little town. Oh, вот и его жена. My store sells clothing and costumes, so if you ever need to upgrade your armor or suit, now you look like a nice kid, so I'm going to give you something for free as a leg up. Опа, спасибо. Чего, с кем бы еще тут поболтать, чтобы мне что-нибудь на халяву дали?
Ding ding ding. Ding ding ding. Так, интересно, 5 часов прошло уже. Так, одна есть. А, блин, я медный слиток делаю, а мне-то нужен бронзовый. Блин, а смогу ли я вообще сделать этот бронзовый? Вот он, бронзовый. О, я могу. Я так понимаю, мне вначале надо дождаться, пока это будет готово, а потом уже новый. Блин, мне надо вот таких пару штук сделать. Как их в прошлый раз я делала? Так, надо подойти к вот этому вот. Так, деревянный подъемный мост пока... Трубки две пока, ладно, как будет готова трубка, вот эта, 4, 3, 2, 1. Собрать. Сейчас как вот это доделаю вначале. Потом надо будет... Недостаточно материалов. А что я сделала не так снова? Медная трубка. Медная труба. Что-то я опять накосячила где-то. Так, сколько нам бронзовых слитков? А, 4, ну я 5 изготовлю. Так, я так и не поняла. Медная труба. Вот, медная труба. Недостаточно материала. А почему мне их 3? 2? А где третья? А, тут же третью надо создать. Вот, все, медная труба. Создать, принять. Изготавливается. Тук. Собираем. Время уже 8 часов. Вроде никаких приколюх нет. О, но зато здесь есть. Так, 16 минут, короче, ожидать. А тут... О, все. 3, 2, 1. Готово. Собираем. О, готово. Крепко деревья. А, мне доску надо точно поставить эти. Так вот. Блин, мне из дерева, получается, надо еще доску изготовить вот такую. Мне их только 3 штуки, потому что. Каменный кирпич. Так, и пока сюда уберем. Это линза еще одна тоже уберем. Так, количество гильдий для покупки одного ряда инвентаря 400. Блин, мне нет такой возможности. Это мы выбросим. Так, что, растения, травы. Выбросим пока. Если что, соберем еще. Я думаю, это не очень большая проблема. Так. Волоконная ткань. Вентилятор. Дерево. Я так понимаю, что нам что-то надо... Как-то я в прошлый раз же изготавливала из дерева. Не просто же так у меня появилось...
Что-то я делала, по-любому. Во. Во, крепкое дерево. Вот, отлично, создать. Все, пускай лучше 3 штуки сделается. Чем больше, тем лучше. А, ой. Чё? Чё? А куда? А где? А я опять потерялась? Блин, я крепкое дерево взяла и Ах, я гениус. Так. Блин, это не то, что мне нужно. Ну как так я могу? Я сделала не то, что нужно. У меня такое ощущение, что я не то собираю, я не то делаю. У меня куча дерева, но это не то, что нужно. Блин, я, видимо, и правда сделала неправильное действие. Не люблю, когда я так ошибаюсь, так мне опять сюда. Так, пока вентилятор сюда поставлю. Так, вентилятор. Так, а как мне его в мир-то добавить? Перенести нам использовать. Сортировать. А куда его? Куда? Я выбросила его. Что я с ним сделала? Нет! Ну, блин. Куда? А вот он. Вот он появился. А как же мне его в мир-то добавить? А, ну я на панелю и на панель, на главную, и вытащить. Во. Вот так. Все. Выключить. А, все, уже 12, надо поспать. Фейл века. А, нет, повезло. Ну да, сама рада. А, о, я уже поспала. О, а, о, как говорится. Так, теперь мне нужно сходить. Во-первых, у меня слитки должны были изготовиться уже. Мне их надо забрать. А, еще 5 часов. То есть уже 3 готовы, но еще... Окей. 3 из 4. Я пока пойду к Мерлин и...
поговорю с ней. С котиком, конечно, не забываю поздороваться. Привет! Кажется, у меня самые лучшие взаимоотношения будут с котиками. Так. Доктор Сю, давай поболтаем. Может, мне еще что-нибудь перепадет. Окей. О, мне травы дали. Так, наверное, травы не надо было выкидывать, а я их выкинула. Ладно. О, Мерлин, давай болтаем. But no, they're just eyeglasses. Only different how? These glasses alter the spectrum of light passing through. I think they were used to fix color blindness in the past. Color blindness? It's not something we can easily make today, that's for sure. Well, they're useless to me, so you can have them back. If I remember correctly, Sam was color blind. You can цветовая слепота. О, и надо отнести этому. Блин, как его зовут-то? Вот этот чувачок, который случайно перекрасил волосы не в тот цвет. Парикмахер. Так, надо глянуть по карте. Карта. Я карта. Так, мой дом. Ранчо. Круглый стол. Парикмахерская. Вот сюда нам надо. А, стоп, чё? Булочная Марта. Карта. Школа, мэрия, центральная площадь. А, вот она, парикмахерская. Прям, короче, должна быть вот там, напротив. О, вот. Ду-ду-ду. Закрыто. А когда будет открыто? Сегодня же вторник. Чё это оно закрыто? Откройте. А, и вон оно, он просто сюда не заходит же. А как его там звали? Вот. What can I do for you, Builder? You here to mock me? No, I found a pair of color blindness correcting glasses. I think you're Спасибо за стрим, всем спокойно. Спасибо, что пришел. Приходи в ночь. Yeah, right. I've tried everything already, mate. Just leave me be. Look, I'll wear it just to get you out of my hair. Oh my, did the world always look this beautiful? I don't know what to say, it's too much. Так, мне надо кису выпустить, а то она у меня из комнаты рвется. Тык, 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 тык. Ну все, тут. Так, ну давайте дальше. This is great. How can I ever thank you? I can't believe it. I can do what I. And I'll tell you what. Your next haircut. О, отлично. Так, нам нужен бронзовый слиток, и потом его надо будет отнести. Ту-ту-ту. Ой, не туда. Все, у нас есть 4. Теперь их, я так понимаю, надо отнести. Так, а чё, куда их относить-то? Тебе, Hello. Что ли? Нет, не тебе. А, так, а мне надо как-то их сдать. Куда сдавать ты? Поручение гильдии. Окей, но я не понимаю, кому мне отдавать слитки, которые
у меня есть. Так, посмотрим по карте. Задание. Мост, поручение гильдии. Вот. Так, это кто у нас? Вот этот чувачок с зелеными волосами. Общение с зелеными волосами. Ремингтон. Незнакомец. А где его искать-то? Было бы все проще, если бы я знала, где он. Так, сюда сходим. Я так понимаю, мне просто его рандомно надо найти. Если бы это еще было так просто. Так. Где же этот чувачок? Он был вообще внизу, когда я последний раз его видела. Вот он как раз, по-моему, недоволен, да, был своей прической. Так, Айзек. Вот день на дворе, никого на улице нету. Где все? Непонятно. О, народ пришел. Hello. А, ладно. Good to see you. I've got a problem here. You see, recently. What type of materials? Nothing out of this world. Just some spies. Несколько игл морских ежей. Который водится в окрестностях города. Ну, хорошо. Remember, though, да, блин, мне бы понять, как отдать эти слитки, и потом я найду вам сколько угодно их. Этих игл. Для зонтов. Мне бы вот этого зелененького бы найти. А игра только синглплеер. О, я не знаю. Не могу сказать. Вопросик на карте. Окей, спасибо. А, вопросик на карте. О, вот он, вот он, вот он. Ну-ка, стоять. Стоямба. Бла-бла-бла. Отлично. Спасибо большое. Так, теперь пойдем за иглами морских ежей. Надо еще забежать домой, посмотреть, что там изготовилось или не изготовилось, что там сейчас вообще. Я не знаю, насколько можно тут и с кем-то играть. Не знаю, даже не могу ответить на вопрос. А, у меня же получается, я тогда ошиблась с этим деревом. Точно, я думаю, что-то вот я не сделала с этим мостом. Крепкая деревянная доска. Где-то ее надо будет найти. Ну, пока сходим за иглами, короче. Я так понимаю, морские ежи, собственно, они в воде. Значит, нам надо где-то около воды. Возьмем топор, чтобы обороняться. Так.
Так, ты, конечно, не ешь. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, я успела убежать. А, вон краб. Мне туда надо. А, нет, мне морские иглы вообще-то нужны. Что мне с тобой делать? То есть я тебя просто, что ли? Нет, тогда мне нужны морские эти, ежи. А. Ясно. Ракушка, песок. Окей, так, мне надо что-то убрать явно надо. Так, что-то сюда уберем. Что-то сюда. Блин, а где найти эти иглы? Где найти вообще морских ежей? Конечно, можно отказаться от задания, но мне кажется, интересно его выполнить. Тынюшки дали. Мне кажется, надо вот тут побегать по побережью, и найдутся морские ежи. Так, не трогайте меня. Я не буду вас бить, а вы не бейте меня. Вот если бы мне сказали, найди кучу ракушек, я бы сказала, да пожалуйста. А так я бегаю, ни одного морского ежа я тут не вижу. О! Морской еж. О, он еще дерется. Эй. Да хватит меня бить. Ай-яй-яй. Хватит так делать, мне больно. Все, добила, наконец. Ух, вот он меня запарил. Так, что, где мои иглы? Я не поняла. У меня 19 хп осталось. Где мои иглы? А, вон, одни. О, их 10 штук надо прибить. Блин, я взяла ломтики, а не для энергии, а не для хп. А для хп что? Я так понимаю, кусочек вот этого вот. Блин, вот это я гениус, конечно. Вообще. Ну, идем еще одного убивать тогда, чё? Их нужно 10 штук. Так. Блин, они какие-то сложные. У меня хп всего 9 или 8. Сколько там? 8. Ну вот меня и прибили. Я не знаю, они какие-то непонятные. И время уже 8 часов. Успеть бы поспать, а то я где-нибудь отрублюсь. Опять. Наверное, все-таки придется поспать и уже потом с утра идти бить, а то у меня хп-то не прибавится. Тун-тун-тун.
Почапали. Бежим к водице искать ежей морских. Или они больше летающие. Так, черви какие-то, фигня какая-то. О, милые альпаки. О, вот они, вот они, вот они. Ну-ка, стоять, стой, иди сюда. Буду руками дубасить. Я вначале не подумала, что я не взяла оружие. Но кажется, бить руками эффективней. Короче, файтинг. Надо наподдавала этим морским ежам. Так, уже 7 штук. Вот это будет 8 получается. Все, последний. Бежим, бежим, бежим. Так, ну осталось сейчас теперь эти иглы отдать. Теперь-то я знаю уже, что ориентироваться можно вот по вопросикам, которые на карте. I knew I could count on you. Now I can get some more umbrellas made before it rains again. Yay! Теперь-то я приоденусь. У-у-у, какая классная. Ну, прям искательница приключений. Это Эмили. Не, с ней разговаривать не буду. Еще что? Болтать. Мне больше нравится разговаривать с кошками и со свинюшками.
Так. Теперь я модная. У меня всякие штуки появились до руки. Так, о. Так, бронзовый топор, бронзовая кирка. Всего нужно 5 слитков. Так. Ага, то есть получается они сейчас изготовятся, и потом я смогу приобрести себе бронзовый топор и бронзовую кирку. Это хорошо. Очень хорошо. Тун-тун-тун-тун-тун. А, ой, не то. А, кстати, надо кое-что убрать в сундук. Вот эту веревку, или как она там называется. Где-то, вот она. Так, травы надо бы убрать. Так. Ракушки, пожалуй, уберем, чтобы не мешались. Ну, это вот так поставим. Оловянная руда. Пока вот так, но я потом, наверное, еще все поменяю, конечно, местами. Так, это у нас просто камень вроде, да. Или лучше наоборот все рассортировать, я все равно же не убираю это в ящик. Ой, блин, топор-то зачем? Наверное, пока так, короче. Так, сколько тут у нас ждать? Один день, девять. О, долго. Так, а тут что у нас нужно сделать? Крепкая деревянная доска. Может, я что-то не понимаю? Так, детали. Крепкая деревянная доска. Так, крепкое дерево равно крепкая деревянная доска. Так. Все бы это изучить, на самом деле. Я вот сижу. Пытаюсь, конечно, сейчас все это врубиться, во все понять. Что-то пока сложноватенько немножко. Так. Нет, не то все-таки. Деревянный сок. Дерево – основной ремесленный материал. Добывается рубка деревьев и кустов. А мне нужна крепкая деревянная доска. Новые знакомства, ремонт забора, деревянная доска. Так, и диски поговорить с Ли. Диски данных. Окей, все-таки диски мне надо, наверное, положить. Они у меня где-то были. Так, диски вот сюда. И теперь... так, генки ДСК.
do you like this game? Yes, for me this game really interesting, and I wish playing this game many time. On other days. Cool graphics. Yeah, I think so. Ah, Genki desu ka? How are you? I'm fine. Today was really hard day because you can see a new VTube model, and I worked for a very long time that I can use it, and it was really hard for me because I did it myself. So I really tired, but I like playing another game. So it's fine to play this. Мне не хватает места. There is not enough space in the inventory, so I can't give it. Ой, take it. So I don't know what I need to do. Maybe it's like, no, I can. It's so sad. I need to go home and I can do this and this. And trash. And trash too. So, no. This is a plant. But I don't know where I can use it. So in an inventory. And this disc. I don't know what in English it's how to say. I think so, disc. I need to go to 222. It's map. There or not? I don't know. I need it.
My quest. Можно интерактивный диск. Вот, окей. Поговорить с Ли. I need to find the Ли and give him the disc. So, we go. I don't know where I can find Ли. But to try to find him. Is there a map in the game? Yep. This map. There is a lot of other. I don't know what to say. How is it say? It's farm. It's church. So. It's my home. It's rancho. The central area. It's school. It is hospital. So it's big map. I don't go rancho, and I don't go to another places, so I need to go to see other place. So where is the Lee? Where is he? Maybe there or not? I don't know. Lee, where are you? Please. Pay me. It's Rosichka. Her name, like a flower. The rose. It's Russian, like Rosichka. So. We need to go. Sonia? Oh, Lee! Good day, Builder. Hi. Oh dear, a data disk. You know what this is? Of course, this is what the ancients used to store information on their technologies back in the... Ты можешь вернуться к своему родному языку? Да, я могу вернуться к своему родному языку. Но у нас есть англоязычные пользователи, поэтому... Может быть, стоило бы иногда устраивать англоязычные стримы. 19? The Age of Darkness is probably just another fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma shared her first-hand account of the time before Peach, the time when folks lived in ruins underground. She went days without food, everybody fought each other over the most basic of things. And people were considered old if they managed to live. Oh, to I can't to read your name. Maybe you can write it, and I can read in other stream. And I, if you invite your friend, I could stream in English. So it was cool experience. I think so. Imagine that, because that's what the end of the world looked like. Anyhow, I'm not trying to scare you. Вообще не пытаюсь тебя напугать. Такова суть твоего ремесла. Опасные технологии есть во всем мире, и они ждут, когда на них кто-нибудь наткнется. Бла-бла-бла. It's a priority of the church to seek out and destroy all the data disks and other... So I can give this to you. Yes, yes, that's right. The church will reward you handsomely for your efforts. We have in our possessions a vast amount of green technology learned through... What kind? Mostly special seeds. You'll see. We can share what we have with you, as you bring us more discs. You do know how to plant crops, right? Hmm. I don't
знаю, что ему на это ответить. Я не умею выращивать. Ну, типа... Так, тогда идем к Эмили. Окей. Окей, мне надо к Эмили. Где бы найти тебя, Эмили? Так, надо посмотреть, где сад-огород. Карта. Сад-огород. Love bacon. I like to eat it. Так, а где она? Она выра... А, Софи, а мне к кому надо? А мне к кому надо было идти? Я потерялась. К Эмили мне надо было, точно. А чтобы дойти до Эмили, мне нужно посмотреть, как кто-то выращивает. Where is Emily? I don't know. Эмили, ты где? А? Руины? Заброшенные руины? Is the room number 2? Is the room number... I don't know. Руин завода очистки воды. Так, а где Эмили? Где ее найти? Лесная ферма? А, наверное, на ферму мне надо идти. Да, все, пойдем тогда на ферму. We go to farm. I think it's Emily will be in the farm. Так, а мне в другую сторону. Привет, меня зовут Джей Андрюшка. А, добро пожаловать на стрим. Я вот играю мои деньги в Портии. Второй раз уже. Вот пытаюсь разобраться. Мне очень нравится игруля. Тут классная графика. Вот, очень все интересненько. А еще к нам сегодня на огонек зашел японец, японоговорящий. Это очень здорово. Я очень этому рада. Еще мне нравится практиковать английский язык. Если бы я знала японский, я бы с удовольствием практиковала японский язык. Но сегодня у нас только в практике английский язык, поэтому я вообще туда бегу. Поэтому не удивляйтесь, если иногда я буду общаться по-английски, чтобы, собственно... Вот куда мне нужно. Через... Я как-то непонятно как-то пошла. Вот, чтобы, в общем, все понимали стрим, то я решила использовать несколько языков. Я очень давно не говорила нормально на английском, поэтому я действительно рада, что наконец могу попрактиковаться. Вот. Так а чё, я не могу туда войти, что ли? Бред какой-то. Ты мило выглядишь, спасибо большое. Так, не, мы туда не пойдем. Ты очень мило выглядишь в очках. Спасибо большое. Я очень рада, что вам понравилась моя моделька. Я очень сильно старалась, чтобы она выглядела так, как выглядит сейчас. О, я наконец дошла до фермы. Ребят, спасибо большое за поддержку. Мне безумно приятно. Блин, час ночи, а я только дошла до фермы. Лесная ферма сейчас закрыта. Пока я добежала до нее, она закрылась. А еще в 3 часа меня отрубят, и я усну где-нибудь в поле. Я не знаю, успею ли я добежать обратно. Конечно, попробую. Я что-то в этом очень сомневаюсь. Становится поздно, вам нужно отдохнуть. Я знаю. Вон мой дом, я его вижу.
Ding ding ding. Бежим, бежим. I need to sleep. На самом деле, как вы вообще думаете, чтобы я иногда устраивала такие стримы, на которых я буду говорить только на английском языке? Как вы вообще к этому относитесь, если бы такие были? Вот. Допустим, один стрим полностью на английском, один стрим полностью на корейском, вот, и, ну, собственно, русские стримы. Что вы об этом думаете? Я просто думаю над этим, как над тем, что я могу практиковать свои навыки языка. И, собственно, мы найдем тех, кому также понравится с нами тут тусить. Так, это... Не, это не Эмили, это Адит. Ту-ту-ту-ту. Лесная ферма сейчас закрыта. А чё она закрыта? Сегодня четверг. О, грибочки. Волна гриб. Ну, почти хорошо. Так, а чё, а самой Эмили, я так понимаю, тут нету, да? А я что-то к ней в дом зашла. Без спроса. Ладно, пойдем. Пойдем обратно. А, моя дата рождения 14 июля 2005 год. О-о-о! Понятненько, значит, ты июльский. Еще день рождения не скоро. Вот, тут есть типа то, где я должна находиться в зоне. Я так понимаю, тут должна быть Эмили, но Эмили нету. Эмили, where are you? I can't find you. Это что такое? А, ладно. Так, посмотрим еще раз, короче, на карту. Карта. Я нахожусь здесь. Или мне надо сюда? А, лесная ферма-то здесь, а я здесь. Не, ну вот она я. Вот она ферма. А Эмили нет. А, это дом Давы. А, так это твой дом. Простите, простите, простите. Я перепутала. Тогда я так понимаю, что я дом в другой части. Вообще наоборот. Вот там, далеко. А, кстати, я, наверное, могу уже сделать себе новый топор и новую кирку. Значит, пойдем через дом. Вначале домой, а потом на поиски Эмили. Так, о, Эмили, приветики. Как выращивать растения? Просто сделай кладку и посади семена. Вот и все. Как-то у тебя все просто. Просто сделай кладку. А мне ж семена дали. А как сделать кладку? Такая простая, просто сделай то, просто сделай это. Так, нету топлива. Я поняла, мне надо еще заправить. Так, а, мне вначале я же хотела сделать себе новый топор, точно. Значит,
Кирка, улучшить верстак в конструктор АГ. Я так понимаю, это тоже надо найти на карте. Конструктор. Конструкторы АГ. Вот сюда мне надо. Ага, окей, я поняла. Моя дата рождения 21 декабря. О, у тебя скоро день рождения. Ну, если я буду стримить 21, то я тебя обязательно поздравлю. Ну, или заходи к нам в Discord, и там точно поздравлю. Так. Мне нужно улучшить. Мне нужно улучшить свое оружие. Улучшить этот. О, каталог конструктора АГ. It is like constructor directory. I don't know. How do you say? Так, а что мне надо улучшить? Верстак улучшить. I need to improve the workbench. And I don't know how it is. Так, улучшение. Ого! У меня нет таких денег. Отмена. Пойдем обратно. А может быть, мне не надо ничего, мне просто надо создать, типа. Да, вот, создать. Все, у меня все получилось, отлично. А я что-то запарилась, что-то переживала. Все оказалось проще, чем я думала. Вот. Дерево. Крепкая деревянная доска мне нужна. Нет. Медная трубка. Дубок. Так. Думаю, возьмем какое-нибудь еще задание, чтобы нам накопить. А, или пойдем лучше деревья добывать. Лучше, я думаю, пойдем на ферму, которая вот эта, с деревьями. И я деревья порублю. О, а может быть, у меня получится вот это срубить? Пау, пау, пиу. О, класс. Крепкое дерево. О, у меня получилось. Так, значит, мне нужно инвентаре недостаточно места. Сейчас будет место. Так, волногриф выбросить. Окей. Модель памятника.
Окей, я ее дома поставлю. Хорошо. Так, это что? Резиновый фрукт выбросить. Семена пока уберу. Как-то так. Смолу дали. Я так понимаю, мне нужно рубить большие деревья, чтобы у меня была крепкая доска. Окей. Рубим. Пошли, пошло, поехало. О, еще одна. Так, сейчас опять куча всего будет. Так, мы убираем также вот этот резиновый фрукт. Где он там? Выбросить, принять. А, блин, а я что, не все выбросила? Окей. Бам-бам-бам. А, так. Не сюда. Так, я думаю, что мне нужно вот так вот. А, или нет, мне все-таки нужно вот сюда. А, мне нужна крепкая деревянная доска. Мне не нужно дерево. Мне нужна именно доска. Как мне доску изготовить? Так, это точильный станок. Что-то я их вечно путаю. Все между собой. Так, это я заправила. А, хорошо. Но в любом случае мне нужна крепкая деревянная доска. А я не знаю, как ее. Тут есть просто вот дерево. Ну, создать. Ну, допустим. О, крепкое дерево. Ну, все, значит, все получилось. И где, ну? И где? Где моя деревянная крепкая доска? Не знаю, насколько мне нужна смола на данном этапе. Но вот крепкое дерево мне бы не помешало. Значит, мне надо как-то сделать... Что-то я делаю не так. Угу. Чем больше. Что-то я все равно делаю не так. Что-то не так. Крепкое дерево. Что-то у меня не выходит. Ой. Туда беги. Деточка. Тут я уже несколько деревьев брала. Будем большое рубить. Нужен топор получше. Хорошо, пойдем к тому. Я так и не поняла, если я срубила большие деревья, то почему у меня крепкая доска не решила... Дерево. Крепкое дерево. Окей. Где-то. А, я же выбрала. Выброси две штуки. Пойдем дальше рубить. Так, не работает. Дальше.
10 и эти резиновые фрукты, которые надо было выбросить. Выбросить две штуки, принять. Пам-пам-пам-пам. Сейчас я, короче, вот это дерево уберу, получается, в сундук. И попробую из нового, вот из этого крепкого, попробую уже что-нибудь сделать. Если у меня будет то же самое, это будет грустно. Но, по идее, должна изготовиться крепкая, типа, доска. Блин, что-то оно не изготавливает. Ой. А, нужно выделить предмет на панели Б. Я это и делаю. Я опять что-то делаю не так. Крепкая деревянная доска. Что я делаю не так? А, вот. Циркулярная пила. Использую для изготовления досок. Вот что мне нужно. То есть на ней я сделаю доски, и тогда у меня все будет окей. Так, медное лезвие, две штуки. А, по-моему, они у меня есть. Каменный кирпич есть, камень есть, медная руда есть, медный слиток 4. Нужно это... Так, мы пока это уберем, короче. Мы вначале сделаем вот эту фигню, вот эту создать. Так. Вначале медная руда. А, каменный кирпич вначале. Хорошо. Он у меня есть. Так, кирпич. Вот он, кирпич. Так. Что там дальше? Кирпич. А, 5 кирпичей надо. Блин, а у меня всего 2. Где там надо найти каменные кирпичи? Блин, 5 штук. Ну чё, сколько там время? 7 часов. Я тогда побежала искать кирпичи. Скорее всего, я их смогу найти только там. Но это мои догадки. Потому что я смогу нарезать, получается, эти доски, соответственно, из дерева. Но у меня нету режущего станка, на котором я смогу изготовить доски. Соответственно, вначале нужно его изготовить. И потом мы уже будем что-то куда-то дальше двигаться. Лесопилку построю. Так вот я и хочу, но мне для этого нужен этот. Как он там называется-то? С какой бы точки пойти? Вот сюда пойдем. Так, мне кирпич, короче, нужен. Будем ожидать... Кирпич. Я что-то огромное нашла. Что это? А
я ведь пошла искать просто... Окей. Я не думаю, что мне хватит энергии что-то такое откопать. Так, а что дальше мне не пройти? А, жаль. На самом деле, немножко потерялась. Ну, я нашла что-то. Я нашла что-то, но я потерялась в пространстве. Чувствую себя кладоискательницей. Наверное, я нашла что-то, что мне еще пока рано находить. Так, у меня осталось всего 27 ударов. Это плохо. Я что-то нашла. Что-то почти раскопала. Так, ну мы будем где-то в 6 уже потихоньку заканчивать. Так что еще 20 минут и это. И стрим будет подходить к концу. Ну это если что. Так, все, у меня энергия закончилась. Интересно, что это? Так, сюда. О, вот каменный... А, так это то, что у меня и было. Больше кирпичей я не нашла. Почва выбросить. Пока она мне не нужна, почва. Угу. Медная руда, медный слиток. Так, а, я так и не покушала. Мне же энергию надо как-то пополнить. А как ее пополнить? Я не знаю, как ее пополнить. Наверное, будем выходить, если сейчас получится у меня. Все, я вышла. Потому что я что-то, во-первых, мне не хватило энергии. Во-вторых, у меня не было сна. Мне надо сейчас пойти там домой поспать. Я не знаю, успею ли я. Потому что время 2 часа. Фактически у меня осталась минута.
Так, лечь спать. Так, что тут? Угу, собрали. Вот как изготовить каменный кирпич. Так, мы заправляем. Создать. Все, пускай все 10 создаются. Думаю, хуже не будет. Все, отлично. У нас, значит, создается кирпич. А, так, у нас изготовился бронзовый слиток. А, так, диски нам надо отдать, чтобы нам дали новые семена. Так, слитки где они у меня? Сюда их кину. Так, и такие слитки кину. Руду пока тут оставлю. Медные трубки и кирпичи тоже тут оставлю. Сейчас пойду в исследовательский центр. Или куда? Или мне в церковь надо отдать? Так, новое письмецо пришло. Так, от мэрии. Сегодня день яркого солнца. Празднование начнется в 10 утра на яркой площади. Спасибо за заранее подготовленный подарок. Не опаздывай, иначе подарок может не хватить. Окей. Если успею. 7 утра. 7:30. Так, я побегу вначале, наверное, в церковь. А потом в исследовательский центр. Или мне сразу нужно в исследовательский центр? Я что-то запуталась чуть-чуть. Куда мне нужно? Ой. Куда мне сказали отдавать все диски? И мне будут давать тогда семена. По-моему, в исследовательский центр все-таки. Ну ничего, если я промахнулась, побежим в церковь тогда. Так, через 1 час, ой, да и ладно. А где все? Что, все празднуют, что ли? О, у меня есть старые термосы. Модель памятника. У меня тоже, кстати, есть одна. Так, не буду диски отдавать. Я лучше потом им помогу восстановить. Так, старый термос. У меня они точно есть в этом дома. Сейчас добегу, тогда возьму пару термосов. И... Или не успею, посмотрю. Если я сейчас успею добежать за минуту... А, хотя мне осталось 30 секунд. Ладно, значит, сейчас отпразднуем, что там у них, какой праздник, потом день какого там, солнца или что там. Вот, потом домой возьмем, значит, старые термосы и поможем восстановить непонятную штуковину. Поболтаем с кем-нибудь. Окей. Так, камень, ножницы, бумага. Здесь нельзя играть. Нет. Так и чё, празднование начинается. Чё делать-то? И чё? Чё происходит-то? Подарки надо собирать? Не, не хоть, ну взять, ладно. Похоже на какую-то черную пятницу.
Так, ну мне главное, цветы достались, я уже рада. Яблоко. Мне в инвентаре не хватает места. Рыба лез. Ну, я думаю, мне достаточно, пускай там забирает, кто хочет. Так. Я хотела помочь починить, поэтому мне нужен старый два старых термоса. Это сюда. Так. О, сачок. Это хорошо. Так, один старый термос. Второй старый термос. Все, диски у меня есть. Нет, не надо вот так. Сейчас побегу, тогда помогу починить им внутри исследовательского центра какую-то вот эту машину. Так, я что-то подумала, что я вроде как хотела что-то кому-то там отнести, что-то починить, но ведь сейчас все на празднике. Есть ли вообще в этом какой-то смысл? Наверное, нет. Так, поэтому, короче, все уберу в этот в ящик по возможности. Это все барахло. Так, что там с моим камнем? Два готово. А мне сколько тут надо? 5 кирпичей. Ага, 18 минут. Окей. Пускай оно там, короче, делается пока. Куда бы мне пойти пока? Пойду посмотрю, может, задание какое найду еще. Празднование яркого солнца. День яркого солнца. О, прикольно. Так, в инвентаре недостаточно места. Деревянный ящик. Так. Блин, а места это вообще нигде нету. Вот это пока, короче, выкину, выбросить. Так, вроде все, больше ничего не могу никуда девать. А, так. Ну, 5 штук точно сюда принять. Мне вообще места не хватает. Где там ящики? Ага, вот они, ящики. Что-то уберу. Блин. Железное дерево у меня появилось. Сложно, очень сложно. Краски, теория размеров. Вот эту книгу сейчас, короче, в дом положу, чтобы она мне пока не мешалась. Потом ее положу тогда уже в этот в сундук.
Так. Ой. Ладно, просто что-нибудь выложу уже. Все, лежи тут. Тебя можно положить? Видимо, нельзя. Понятно, понятно, понятно. Я создала себе проблему на равном месте. Мне и сундуки не поставить, и все остальное не выложить. А, о, чудо произошло. Ну все, я сейчас хоть туда все сложу, чтобы оно мне все не мешало. Так. Запчасти. Маленький двигатель. Рыболезие. Так, пока вот так, чтобы она не мешалась мне тут. И вот эту штуку. Все. А то у меня инвентарь заполнен так, что я даже не знала, что мне делать. Смотрю и не знаю. О, все, теперь у меня четенько. Так. Медное лезвие. Так, лезвие у меня, по-моему, тут было. Или я их уже где-то успела это пристроить. Или я их вообще не делала. Короче, надо делать. Я думала, что я их уже создавала. Не тут, кстати. Там вот тут. Да, вот они, медные лезвия. Так, а сколько штук тыкса мне надо? 5. А. Убрать каменный кирпич, медное лезвие, 2 штуки, да. А, так. Сдать 2. Принять. Так, ну все, оно работает. Короче, 2 минуты оно будет делаться. Я пойду пока порублю. А, о, мне надо, кстати, же забрать. Дерево. Так, и я сейчас хоть пенек дорублю. Тоже бежит кто-то. А, так, скину пока дерево вот сюда. Вот так, короче, чтобы не мешалось. Один взяли. Чтобы сделать кирпичи, тебе нужна шпичка. Ну, я уже все, да, я уже создала их. Я, видимо, поздно прочитала твое сообщение. Тятики. Что это за звук был? Сундуков нету. Жаль. Так, ну я думаю, там уже готова вторая фигулька. Готово.
Так, отправляем сюда. А, я не выбрала. Во! Е-е-е! Так, куда поставить? Куда? А, нельзя. О, можно. Создать. Так, крепкая деревянная доска. Так, заправляем. Создать. А сколько мне нужно деревянных досок создать? Так, во-первых, мне нужно снова создать вот эту фигню. Где-то тут она была. Вот эту создать. Во-первых. Медная трубка есть. А, 5 штук мне надо. Вот так. А почему всего 3 можно? Ну ладно, максимум. Будем ждать. Блин, 5 минут, а я уже собираюсь заканчивать. Так, еще кирпичей собрала. Ладно, пускай будут. Так, ну, я думаю, блин, 5 минут, может быть, подождать. Я хочу хотя бы закончить вот эту фигню. Так, поспать надо. Двадцатый день уже, кстати, обалдеть. Так, забираем. А, блин, их нужно 5 штук, а у меня не 5. Недостаточно материалов. В смысле недостаточно материалов. Я так поняла, я надолго задержусь. Недостаточно здесь крепкое дерево. У меня крепкое дерево. А, я же его не вы... Так. Я, в общем, что-то какая-то такая медленная, и я поняла, что мне нужно снова рубить деревья, чтобы потом закинуть их и сделать из них доски. Короче, очень медленно. Но мы будем потихоньку уже с вами заканчивать сегодняшний стрим. Вот.
Так. Вот, всем спасибо, что пришли сегодня. Было здорово, здорово поиграли, здорово поболтали. Я сегодня была рада поговорить на английском языке. Классный экспириенс, как говорится. И спасибо, что вы писали всякие приятные вещи по типу того, что вам понравилась новая моделька. Я очень рада, что всё-таки Олдом зашло. И спасибо еще раз, что пришли. Всем спасибо и до новых встреч!